Остановили для проверки документов и нашли наркотики. Полицейские задержали любителей запрещенных веществ. Как стало известно из собственных источников, сотрудники ГИБДД в Сосновском районе тормознули подозрительный «Opel Astra». В нем оказалось двое парней. Как показалось правоохранителям, молодые люди были в состоянии опьянения, но вот какого – неизвестно. Тогда служители закона решили устроить досмотр авто и нашли сумку, в которой было 180 пакетиков наркотиков. Позже подтвердилось, что парни были под воздействием запрещенных веществ. Теперь им грозит реальный срок. А в Южноуральске мужчину задержали за 500 граммов синтетики. Вычислили закладчика полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В тайнике были найдены и изъяты два свертка, в которых находилось не менее чем 1000 доз. По данным правоохранителей, закладчик находил покупателей через интернет, а затем делал схроны на территории Южноуральска и Увельского района. По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь любителю легких денег грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он в СИЗО.